постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет закончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в ту дальнее село? Без усых не пришло. Раз всего прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его с собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок. Дома ей все чудилось кино, все ждала, а вдруг сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее свой.